Такой вопрос. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, обязательно ли поститься мирянину по монастырскому уставу, то есть по понедельникам, средам и пятницам, пища без масла, а в среду и пятницу еще и сухоедение? Поститься в таком режиме, то есть, не обязательно. А почему церковь взяла именно такой устав, именно монастырский, да, потому что когда православие пришло на Русь, оно пришло с другим уставом богослужения, с уставом константинопольским, с уставом Феодора Студита, там и пост послабже, потому что монастырь столичный. А потом церковь перешла на устав Саввы Священного, где пост построже. Почему это произошло и почему сегодня церковь сохраняет этот устав? Потому что церковь напоминает нам, что пост – это подвиг. И желающие в посте подвижничать должны подвижничать таким образом. А кто не может подвижничать, кто работает, там, кто еще что, тот, конечно, соответственно, со своим духовным отцом, с начальником, с кем он общается, он должен эти вопросы все как-то обговаривать, решать, потому что каждому свой пост в своей жизни, потому что не все люди действительно готовы, особенно есть без масла, многим просто невозможно и не под силу. Поэтому пост должен выбираться по силам для человека и по его возможностям, и по его роду действий. Спасибо.